Семейная пара из Кыргызстана получила международную награду за воспитание более 130 детей. Об этом сообщает телеканал «Мир-24». 17 лет назад заслуженный педагог Вадим Яшин и его супруга, социальный работник Наталья Ослоповская, решили, что у них будет большая семья. За эти годы пережили многое, но воспитали более сотни детей, дали им образование и профессию. Получили десятки благодарностей, в том числе от главы государства. На днях семью признали и на международном уровне. Российский детский фонд вручил памятную статуэтку. Оказалось, не так много таких семей, кто устояли и не разочаровались, и не перегорели вот именно в создании семейного детского дома. Потому что это особая категория людей, которые не просто какую-то часть своего труда там, педагогического посвящают, а которые именно живут. Сейчас Наталья и Вадим, кроме собственных пятерых, воспитывают еще 22 приемных ребенка, большинство со сложным, часто криминальным прошлым. Ну а выходцы из семьи уже создают собственные семьи и приводят к родителям внуков. К слову, семья Вадима и Натальи единственная в содружестве получившая эту международную награду.